Привет, я Дмитрий Лосев, магазин «Меховой» на Тверской. Идет видеообзор нашей новой модели. Кожаная куртка с отделкой. Вот, как вас зовут? Это наш клиент. Здравствуйте, меня зовут Лена. Куртка очень понравилась. Я очень люблю кожаные приталенные куртки, а эта куртка, в общем-то, зимний вариант. Она и тепленькая, в ней и жилеточка. И очень красивый воротничок. Да. Вот она, кстати, вам под шапочек под это идет. То есть такой спортивненький стиль. Ну, и... такой средний. Вроде бы ты в мехах, в то же время спортивно. Вот как раз под нашу погоду. Осень, весна и зима. Спасибо, Дмитрий. Удобно вам? Очень. Спасибо. Вот посмотрите, пожалуйста. Здесь у нас идет курточка и с отделочкой из меха енотика. Посмотрите, как хорошо. Она по фигуре сидит. Отделка кожи непростая. Отделка кожей наппа. Перфорация под кожу рептилии. Очень красивая. Так, ну-ка отпустите руки, пожалуйста. Вот смотрите, рукавчик у нас с запасом здесь идет. У нее маленький рост, поэтому, если девушка, сейчас, скажем, секундочку, хотя бы 1,70 м, то ей вообще будет хорошо. Ага. Это сюда идут к нам. Так, давайте второй рукав подогнем. Рукав он так... Здравствуйте. Рукавчик... То есть он... можно менять? Конечно, конечно. Вот. Куртка теплая, хорошая. Есть еще размерчики у нас есть. И поменьше, и побольше. Ждем вас на примерку. Приходите. Спасибо.